Главная дорога в селе Капаклея Кантемирского района выглядит словно после войны. От асфальта на улице не осталось и следа, и те, кто осмелится ходить здесь в темное время суток, рискуют попасть прямиком в больницу. Пожилые жители населенного пункта рассказали нам, что по этой причине они уже много лет не ходят на вечернюю службу в церковь. Мэр жалуется на нехватку средств, а в райсовете мы не нашли никого, с кем можно было бы поговорить об этой проблеме. Дороги в Молдове остаются проблемой, и село Капаклея Кантемирского района не исключение. На некоторых улицах ничего не менялось десятилетиями. Сельчане возмущены. По главной улице Дмитрия Кантемира не проехать даже на автомобиле, и ситуация только ухудшается. Проживающие здесь много лет женщины говорят, что дорога в катастрофическом состоянии. По этим дорогам невозможно ходить. А как ездят автомобили по этой дороге? Очень тяжело, и дома рушатся. Большегрузы ездят туда-сюда. В результате в домах появляются трещины, фасад трескается. Настоящая катастрофа из-за этой дороги. Автомобили ломаются. Здесь не должны ездить большие машины. Дома действительно разрушаются. Очень опасно, можно споткнуться, особенно вечером, когда хотим пойти на вечерню. Но многие женщины не ходят из-за этого. Обязательно нужно отремонтировать. Мы ко всем обращаемся. Считаю, что можно самим собраться и отремонтировать, если государство, примэрия нас не поддерживает. Наша съемочная группа побеседовала с примаром Капаклии, которая сообщила, что тоже ждет решения этой проблемы. В феврале из райсовета и строительного управления замеряли протяженность дороги, чтобы посчитать, сколько денег нужно выделить на ремонт. Ответа я не получила. Сказали, что процедуру запустят в апреле. Сначала проводятся госзакупки, определяется победитель, но информации у меня пока никакой нет. Наша съемочная группа отправилась в Кантемирский райсовет, чтобы узнать о планах руководства по ремонту дорог в селе Капаклия. Однако мы там никого не нашли, хотя было 16 часов, то есть до конца рабочего дня оставался еще час. Отметим, что правительство объявило о выделении более 1,6 миллиардов леев на содержание и ремонт национальных дорог общего пользования. Селу Капаклия из этих денег, похоже, ничего не достанется.